А что там? Старинная восточная баня женская. Слушайте, ну на этих улочках вот так, если две машины встретятся, все. Ну что интересно, здесь лежачие полицейские везде, да, чтоб не гоняли. То есть, получается, люди даже по таким улочкам могут быстро ездить, да? Движение. О, пропускает, смотри. Я даже не знал, что у вас столько вежливых людей. Я тоже пропускаю. У нас с этим сложнее. Так, а теперь куда мы? Сейчас. Люди просто пешком гуляют по городу. Мы уже утомились пешком гулять.